вращается вокруг своей оси, а дальше звездные пустые просторы. А вот бы мне нащупать эту ось, мне так нужна сегодня точка опоры. Ведь бабушка в автобусе сказала, на таких, как я, нужны НКВД и гестапо. Я тот, о ком меня предупреждал когда-то папа. Земля вращается, но вот ведь чем беда, я в ритм активника с ней не попадаю. Помчусь по трассе, обгоняя поезда, то в городе надолго стреваю. Я, может быть, хотел остановиться в институт, но там уж мохнатая лапа. И я тот, о ком меня предупреждал когда-то папа. Земля вращается, я и до сих пор не научился элегантно гнуть спину. Любую стрелку я, конечно, прогорю, но никого серьезно не кину. Я даже на работу пару месяцев ходил, там просыпаясь от соседского храпа. Я тот, о ком меня предупреждал когда-то папа. Вращается и скрежет ее, все меньше слышу я предательской фальши. Не пропустить бы мне заветный поворот, вот что-то кончилось, а я двинул дальше. Надежда на друзей, у них на струны, на авось, а у кого-то и на пяточку драпа. Мы те, о ком меня предупреждал когда-то папа. Те, о ком меня предупреждал когда-то папа. Спасибо, это все. Да, симферопольцы, 22 мая мы играем концерт в Симферополе в студии звукозаписи Avids Records на Севастопольской, 76. 22 мая.